Всем привет, друзья! Очередная посылка. Смотрим. Как видим, запаковано хорошо. Распаковываю дальше ножничками. Итак, что же сюда пришло? Значит, инструкция на русском языке, на английском, на французском, на китайском и сзади вот здесь на русском. Это про лампу. Значит, это набор для чего-то там делать с ногтями. Еще какая-то бумажечка. Сейчас смотрим, что тут внутри. Вот сама лампа. Вот так она выглядит. Светодиодные сами лампочки. Ну, включать ее, понятно, что. Здесь вот такой вот переходник. Где-то еще должен быть адаптер обязательно. Адаптера я пока не нашел, но возможно там есть он дальше. Так, вот такие вот всякие штучки-дрючки для ногтей. Всякие он. Короче, всякая лабуда. И еще две вот такие коробочки. Сейчас раскрою, посмотрю. Ну и вот что в этих коробочках. Набор лаки, наверное, что это такое. Да, вот такие вот лаки. Небольшого размера. И во второй тоже. Ну, как вы поняли, адаптера, скорее всего, нету. USB. То есть производитель. Давайте еще здесь во внутри вот. Нет, друзья, адаптера я так и не нашел. Адаптера нет. Очень интересно получается. Ну, в любом случае, любая зарядка от телефона подойдет, туда втыкаете и пользуйтесь. Цена, в принципе, адекватная, нормальная. У нас на рынках такое стоит очень дорого, чем здесь вот через интернет заказать. Такой подарок для любимой девушки. Я думаю, что будет иметь место быть. Все, ссылка на товар в описании. Заказывайте. Всем спасибо, всем пока.